Сегодня в Москве состоялось подписание соглашения между фирмой Eurocard International и Внешэкономбанком СССР. Это соглашение является новым этапом во внешнеэкономической деятельности Советского Союза. Наша страна присоединилась к крупнейшей в Европе платежной системе, которая представлена международными корпорациями MasterCard, Eurocard и Eurocheck. Советский банк получает право продавать кредитные карточки живущим и работающим в СССР иностранцам. Кроме того, по этим карточкам можно будет производить расчеты в рублях на советском внутреннем рынке. Почему это выгодно для нас? Чем мы заинтересованы в сотрудничестве с фирмой Eurocard, MasterCard, Eurocheck? Дело в том, что это широко распространенная система безналичных платежей в Европе и в мире. У нас граждане, которые выезжают из Советского Союза по своим деловым, культурным, частным поездкам, как правило, получают или дорожные чеки, или наличность. Это не совсем удобно клиентам, и это дорого обходится банку, потому что для того, чтобы обслуживать наших клиентов, мы обязаны иметь валюту разных стран, а это стоит денег. Поэтому использование кредитных карточек дает нам большую экономию и выгоду также. Эксперты по банковскому делу считают, что вот такие кредитные карточки в будущем практически полностью заменят наличные деньги. Сегодня платежная система Eurocard предоставляет свои услуги почти в 180 странах мира. Мы очень довольны тем фактом, что такая большая страна, как Советский Союз, стала членом нашей кредитной системы.